for Defense. А русская игра, как ни странно. Настроечки сейчас зайдем, посмотрим в окне, полный экран, окей. Что у нас есть в магазине? Две вещи. В магазине можно купить Тимми, блядь. Ничего нельзя купить в магазине, значит... Выбор эпизода. Карибское море. Нужно 40 звезд для открытия. Понял? Понял. Значит, идем в Карибское море. Арбалетная башня. Скорострельная пушка. Средней дальности против всех типов врагов. Кто, блять, акула? Куттер. Быстрый, но слабый противник. Карибское море, уровень 1. На этом участке можно построить сооружение. Постройте пушку. Построил. Пошла атака. Пиу-пиу. Хорошая, блядь, у меня пушка. Great. Стоять. Наша задача как можно больше построить пушек. Как я? Урон 25%. Волна 4 из 4. Сразу на 100, блядь. Все, ёпта. Так, откуда они пойдут? Они пойдут отсюда. Сейчас мы опять построим. Ну
пожалуйста, всех надо. Ну, ничего сложного, блять. В принципе, игруха веселая. Не знаю, что нужно сделать, чтобы проиграть. Вот такая вот, ребят, игра. Можно, соответственно, собирать, блядь, бочки, они будут капать. Ладно, всем пока.